Зима побьет все климатические рекорды. Сегодня в Гидрометцентре России представили прогноз погоды на предстоящий отопительный сезон. Уже говорят об аномалии. Зима будет теплее обычного. С октября по февраль средняя температура в целом будет выше нормы на 20%. В декабре около 7 градусов ниже нуля, в январе 10, в феврале минус 8 градусов. Аномально теплым ожидается и март. Специалисты прогнозируют температуру выше многолетних показателей. Синоптики говорят, что долгосрочные прогнозы чаще всего совпадают. За последние 16 лет ошибок практически не было.